Сегодня завершился чемпионат России по легкой атлетике, в котором принимали участие сильнейшие представители королевы спорта из 60 регионов страны. Глава Чувашии Михаил Игнатьев побывал на стадионе «Олимпийский». Награды нашли своих героев. Вечер третьего соревновательного дня начался с торжественной церемонии награждения победителей и призеров женского турнира по прыжкам с шестом. С лучшим результатом сезона в мире титул чемпионки страны завоевала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. В память о пребывании на чувашской земле Михаил Игнатьев вручил спортсменке и ее тренеру наручные часы с государственной символикой Чувашской республики. Спасибо. Но высота 5.07 была преодолена. Чемпионка Европы Анжелика Сидорова, представляющая в национальной команде Москву и Чувашию, с личным рекордом стала серебряным призером соревнований. Бронзу завоевала Ольга Мулина, показав лучшее достижение в карьере. Всего в третий день чемпионата было разыграно 13 комплектов медалей. Спортсмены соревновались в барьерном беге на 400 метров, в гладком беге на 200 и 10 тысяч метров, метании молота, прыжках в высоту и тройном прыжке. Завершится чемпионат России по легкой атлетике уже сегодня, а еще через день столица Чувашии примет национальный чемпионат по спортивной ходьбе.